Шалом, возлюбленные во Христе. Мы хотим пожелать счастливого 2020 года. Пусть в этом новом году мы станем еще ближе к Господу и будем еще больше благословлены нашим Господом Иисусом Христом. А в знак благодарности за Божие присутствие в нашей жизни с прошлого года до этого дня, давайте вместе поблагодарим Бога за Его благость и вместе споем Ему следующую песню. Слово Божие помогает нам и дает нам силы на жизненном пути. Поэтому, возлюбленные, я вдохновляю вас каждый день исправно читать Слово Божие. А сейчас будет особенное время, когда мы будем слушать Слово Божие, которое нам будет проповедовать Божий служитель, пастор Ника Ньохарахардио. Наслаждайтесь Божиим посланием. Отец, Ты на этом месте. Ты наполняешь это место собою, Господь. Спасибо, что мы можем молиться Тебе, славить Тебя и поклоняться Тебе. Мы можем ощущать, что наша хвала возвеличивает Твой престол, Господь, и Ты здесь, чтобы нас благословлять. Ты открываешь нам свою удивительную любовь к нам. Мы чувствуем ее, Господь Иисус. Отец, спасибо Тебе, что Ты снова собрал нас на этой последней встрече сотрудников в 2019 году. Мы благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам войти в Новый год, Отец. Отец наш, Ты дал нам тему Нового года. Это год нового измерения. Год нового измерения. Спасибо Тебе, Господь, Отец. Спасибо Тебе огромное. Мы благодарим Тебя, Авва Отче. Говори сейчас через раба Твоего, помажь раба Твоего, да сойдет Твое помазание на всех нас. Мы будем тихонько сидеть рядом с Тобою и слушать Твое Слово. Во имя Иисуса мы молимся, и все вместе да скажут «Аминь». Воздайте Господу большие аплодисменты и восклицайте Ему. Еще громче «Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!»
Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Шалом, возлюбленные во Христе. Итак, возлюбленные Господом, Рождество говорит нам о великой и удивительной любви. В Евангелии от Иоанна 3:16 ясно говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, как зовут Сына Божьего, как Ему имя, дабы всякий, верующий в Него, то есть в Иисуса, не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте громко поаплодируем нашему Господу Иисусу Христу. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Yesus. Возлюбленные, я желаю вам веселого Рождества. Пусть Господь Иисус обильно и несравненно больше и больше благословляет вас. Сегодня на мне зеленый галстук и платок в моем кармане красного цвета. Я вижу многих людей в красном сегодня, а зеленого цвета не так уж и много. А вижу несколько человек, возлюбленные. Красный цвет символизирует кровь Иисуса. Красный — символ крови. Он напоминает нам о крови Иисуса Христа. Если бы не была пролита кровь Иисуса Христа, то мы с вами не могли бы получить спасение. Иисус умер, истекши кровью. Его кровь служит удивительным доказательством Божьей любви к тебе и ко мне. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Возмездие за грех — вечное, вечная смерть. Что означает вечная смерть? Это означает, человек оказывается в аду навеки, навсегда. Вот поэтому Господь Иисус был рожден в этот мир. Он хотел спасти тебя и меня, возлюбленные. Его любовь к нам удивительна. Красный цвет — символ крови, а зеленый цвет символизирует вечно зеленое дерево. Какое дерево остается зеленым всегда? Несмотря на снег, бурю, ураган, засуху, это дерево всегда остается зеленым. Такой же вечной и неизменной является любовь Иисуса к тебе и ко мне. Я не знаю, какова сейчас ситуация в вашей жизни. Вы собираетесь войти в Новый год. Кто-то сейчас в прекрасном состоянии, а кто-то не очень, а у кого-то совсем плохая ситуация. Но я хочу сказать вам всем одно. Вне зависимости от того, какая у вас проблема, может быть, вокруг вас бушуют штормы, или, может, в вашей жизни засуха, вы должны знать одно — удивительную любовь Иисуса Христа к вам. Он очень сильно любит вас. Он любит и тебя, и меня. Воздайте Господу большие аплодисменты. Terukur kasihmu Yesus, kau telah mati
gantikan diriku. Kau curahkan darahku untuk tebus dosaku. Katakan lagi, tak terukur kasihmu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau kuat dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Поднимите руки и давайте вместе провозгласим: Господь Иисус, о Иисус, Ты так благ, Ты благой Бог, Ты так благ. Положите руку на свое сердце и скажите: «Ты благ ко мне, Боже, ко мне». Ты любишь меня. Господь, Ты видишь, что Твои дети положили руку свою к себе на сердце. У каждого из них есть разного рода проблемы. А вот мы выходим из 19-го года и входим в новый 20-й год. Отец, Ты видишь всех этих людей, и раб Твой пред Тобой сейчас. Дай нам в любых обстоятельствах всегда знать, что Ты очень сильно нас любишь, и Твоя любовь с нами — с чем бы нам ни довелось столкнуться, Господь, Ты возвестил нам через весть Рождества, что Твоя любовь велика и что она никогда не прекратится. Господь, чем же мы можем отплатить Тебе за Твою любовь? Отец, я молюсь к Тебе о детях Твоих. Они сидят сейчас, положив руку свою на сердце свое. Я прошу Тебя, Господь, коснись их, коснись каждого. Пусть их жизнь изменится навсегда, когда они покинут это служение. Иисус, Иисус, я прошу Тебя, используй их больше. Ты даешь нам войти в эру Третьей Пятидесятницы. Господь, мы просим Тебя, используй нас. Пожалуйста, используй Твоих детей. Используй всех нас. Используй нас, Господь. Доверь нам большее. Отец наш, мы благодарим Тебя. Спасибо, Ава. Мы молимся обо всем этом во имя Иисуса. Воздайте большие аплодисменты Господу. И еще громче... И еще громче хлопайте Иисусу. Итак, Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему. Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему. И поэтому, выходя из прошлого года и входя в год новый, мы будем поклоняться Ему больше и больше, поклоняться Ему снова и снова. Uri ala makana mayara wo ching pai ni wo ching pai ni we only peter wo ching pai chan me wo ching pai ni wo ching pai ni we 我敬拜。
Спасибо, Господь, за то, что Ты даровал нам рождественскую весть. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Твоя любовь к нам такая удивительная. И какими бы ни были наши обстоятельства, Ты все еще любишь нас, Господь. Даже если буря, ураган, засуха, что бы ни происходило в нашей жизни, но мы должны всегда помнить о Твоей любви. Спасибо, что напоминаешь нам, что Твоя любовь к нам постоянна. Господь Иисус все еще любит вас. Он все еще любит себя и меня. Спасибо Тебе, Иисус Господь. Когда Иисус родился в этот мир, произошло четыре события. Я верю, что эти четыре события научат нас, как мы должны подготовиться к пришествию Господа. Если эти четыре события произошли во время Его первого пришествия, то сейчас, когда мы ожидаем второе пришествие Иисуса, я верю, что благодаря этим событиям мы сможем подготовиться ко встрече с Ним. Итак, первое событие в поле. Пастухи пасли стада. И вдруг ночью, когда они следили за порядком в стаде, им явился ангел Господень. А что ангел им возвестил? Давайте посмотрим, что им сказал ангел. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Это Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Возлюбленные, я хочу задать вам вопрос. Если бы вам явился ангел, вы были бы от этого в замешательстве? Я думаю, они не до конца понимали, что говорил им ангел. Но удивительно то, что у них не возникло сомнений. «Да, я не до конца понимаю, о чем это он, но я верю. Пойдем, найдем его. Пошли!» И они пошли в город Давидов, в город Вифлеем, и познакомились со Спасителем, с Господом Иисусом Христом. Это говорит об их послушании.
Давайте все вместе скажем «послушание» — это сильное слово. Еще раз скажите вместе со мною «послушание». Это первое. А второе, после того, как ангел возвестил весть пастухам, на небе вдруг возникли целые сонмы ангелов, воинства небесные, и они начали восхвалять Бога. Они пели удивительные слова: «Слава Богу в вышних, на земле мир, и в человеках благоволение». Давайте снова скажем эти слова: «Слава Богу в вышних, на земле мир, и в человеках благоволение». Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Идите домой с Божьим благословением. Обильная благодать Бога Отца в Его Единородном Сыне Иисусе Христе и сладостное общение с Духом Святым да пребудут со всеми вами, начиная с сегодняшнего дня и до самого возвращения Иисуса, когда Он встретит нас на облаках. Были с нами от начала до конца. Вы славили и поклонялись Богу вместе с нами, а также слушали Слово Божие. Пусть все это благословит вас. А я, Билли, как всегда, желаю вам счастливого Нового года. Мари самбут Санг Раджа, Иисус Тухан, Джуру Слама, Дуня, Янг Датанг Далам, Кемулиаан. Kepadanya diberikan
nama di atas segala nama, nama yang berkuasa samanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa samanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai.